экзамен для твоей дочки. Рита! Рита, у меня к тебе серьезный разговор. Привет, папа, какой? Дело в том, что мы с Аришей эту игру прошли. И теперь этот учитель придумал экзамен для тебя. Ты готова его пройти? Да, я готова. Вот, тут написано, смотри. Летний перерыв отменен. Все, летних каникул не будет, если ты не пройдешь. Придется все лето учиться. Ты готова пройти? Что? Конечно, готова. Ребята, если вы хотите, чтобы летние каникулы были, всегда были, ставьте лайк. Так, Рита, первое испытание. Иди поговори с этим человеком. А, да? Да. Я просто нажала на эту кнопочку сначала. Нет, надо поговорить с ним. Иди, дотронься до него. Вот, первый экзамен пройден. Ладно. Стену ты не пробила. Так, вот моя парта. За этим учебником я сижу и кушаю. Хорошо, молодец. Вот здесь ты будешь танцевать, когда пройдешь игру. Продолжим наше испытание. Что здесь нужно сделать? Ребят, я не могу подсказывать Рите. Она должна сама пройти экзамен и все мне подсказать. Что делать? Нажать на эту кнопку. Нажал. Дальше. Так, теперь нажать на эту кнопку. Мне нужно, чтобы ты прошел. Отлично. Первое испытание пройдено. Дальше что? А теперь моя очередь нажать на розовую кнопку. Я буду нажимать, получается, розовые кнопки тогда. Ну, я прошел по розовой. Что дальше? Я нажимаю теперь на зеленую кнопку. Отлично. И что дальше? Теперь твоя очередь нажать сначала на розовую, а потом уже на зеленую кнопку. А ты заметила? Глаз смотрит. Реально, он за мной следит. И за мной следит. Так, нажимаю розовую, как ты и сказала. Теперь нажимай зеленую. Нажимаю зеленую. Прыг, скок. Все, пошли дальше. Молодец. Да. Так, еще одно испытание Рита прошла. Молодец. Что дальше? Работаем вместе, чтобы пересечь. Слушайте, нажми тоже. Я нажал. О, вау, мы телепортировались. У нас веревка. Ой, мы связаны. Что, реально? Рита! Рита! А ну-ка, подожди, дай-ка я туда прыгну. Ну, давай, прыгай. Оп, теперь я. Ты куда? Вот это... Если я умру, ты тоже умрешь. Да, испытание провалено. Тогда нужно заново. Давай, выходи. Подошел. Так, прыг. Прыг. Давай. Скок. Скок, отлично. Прыг. Прыг. Что еще? Лазеры. Так, прыг. Прыг. Скок. Скок. Прыг. Прыг. Ура! Финиш! Отлично, испытание пройдено. Теперь бежим. А, какой? Он за нами бежит! Да, он бежит за нами. Представляешь? Бежит. Он такой вот бегает за нами. Смотрит своим глазом. Он меня поймал. Я видел, что он тебя поймал. Я нажимаю кнопочку, открывается дверь. И я его вырубаю. Все, я жду теперь. Ну не реви ты, не реви. Все хорошо. Точнее, все для тебя плохо. Ты будешь тут лежать. И орать. Давай! Есть! Молодец! Он прям под тобой лежит. Вот здесь вот? Да. Как думаешь, что делать теперь здесь? Не знаю, даже тут синяя, красная кнопка. Ты красный, я красный. Ага, давай, соображай. Ты должна сама решить, я-то здесь был. Я не знаю, что тут делать. Смотрим, смотрим, ребят. А, получается, смотри, нажми на красную кнопку, я на синюю. Теперь я могу перейти по синей, и ты запрыгни меня. На тебя, хорошо, очень хорошо, молодец. Вот так вот, да, делай. Что теперь дальше мне делать? На красную нажать. Молодец, наступил. Все, и так дальше. Проходите. Отлично. Смотри, он там спереди на нас зырит. Глаз смотрит, и вот этот тоже. Да, на нас зыркает. Он вырвал себе глаз и теперь смотрит. У него вроде два глаза там. Так, давай, перепрыгивай, финальный прыжок. Скок, ура, получилось. Отлично. Друзья, хотел бы немножко вам рассказать о нашем магазине футболок. В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от папы и дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка папа и дочки яркие. Папа и дочки джойстики. Футболка папа и дочки яркие. Толстовка папа и дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папа и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбираете здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки,
Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Продолжаем. Так, чувак, вот он смотрит обои одними глазами за мной. О, смотри, вот. Я Козюля, фу! А ты подойди. Мы с тобой Козюля. А нет, ты сопля. Папа, фу! Ладно, я пошутил. Папа, смотри, вот это у него же синий глаз правый, а левый зеленый. Получается, он тот глаз, который был на месте зеленого, оторвал сюда и положил. Наверное, да. Глаза. О, здесь можно морфироваться. Ого, за 499 рубаксов. Дороговато как-то. Так, тут у нас мячи. Взять мяч. Мяч, хорошо. Что делать? Ну вот я беру мяч. Что дальше? Я спульнула. Мне пулять? Да, давай. Пульнул. И? Не знаю даже. Давай, думай, ребята, новое испытание для Риты. Догадается она или нет? Ну давай одновременно? Давай. Включилась. Да, все, бежим. Бежим, у нас есть немного времени. Вау, мы прошли. Что делать дальше? Нажать на кнопочки. Давай, проходи. Прошло. Мне. Ага. Зеленая. Ой. Зеленая? Точно, это же зеленый цвет. Ребята, как я не узнал? Так, синий, да. Синий, теперь зеленый. Зеленый, молодец, дочка. Синий. Все, теперь моя очередь. Хорошо. Я прохожу. Ну, точнее, твоя очередь нажимать, мне проходить. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, что я натворил? Папа! Я затроллил дочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, не буду троллить. Давай. Будь осторожна. То мало ли папа тут что-нибудь опять натворит. В самом конце. Ой! Нет, сейчас было случайно, ребята. Я нечаянно, честное слово. Ну все, сейчас я как приду. Куда ты там придешь? Водолаз. Пол это лава. Ладно, давай. Все. Пошутили и хватит. Смотрю, вот она идет по лестнице, меняю на синий цвет, она идет по синему, меняю на оранжевый или красный, она бежит по нему, переметаюсь. Всё. Вот сюда. Я к тебе бегу, желто-фиолетовый. Давай. Желтый. Я так и знал, ребята, что меня дочь затроллит. Давай. Раз, два, три, четыре. Теперь лесенку. Лесенку давай. Давай лесенку, говорю. Так, самый последний момент. И интересно. Опа. Такс. Смотрите, вон она стоит на краю. Ой, я сам балбес. Сам балбес с лесенки слез. Ну все, Рита, надо уже проходить, а то... Да, давай. А то мне еще тебя троллить кучу времени. Так, не надо меня троллить. Давай, раз, два, три, четыре. А вы, наверное, думали, что я сейчас уберу лесенку. И Рита... разобьется. Нет, я так не поступлю. И вот она сейчас спокойно залезет, смотрите. Вот она спокойно залезла. Пойдем. По мостику. Да, красиво выглядит. Такс. Ой, что это? Ну, здесь, походу, мне надо тебя пропускать. Вот тыкс. Все, теперь моя очередь. Давай, пикай туда-сюда. И я рано или поздно до тебя доберусь. Все, отлично, добрался. А вот здесь уже Махача. Мы вдвоем с тобой начинаем мочить его. Да. Ура, классно! Да, удобно. Вообще, это очень удобно. Я буду бегать тогда. Ты просто бегай, да. Что это такое? Он хочет тебя завалить просто. Он провалился в текстуры. У него большие проблемы. Он умер. Ой-ой-ой-ой. А уже кофе. Йоху! Самолет! Мы отправляемся в полет в отпуск в Сандью. Побей! В теплые края. Я улетела. Взлет, приготовились и полетели. Класс! Итак, ребятки, мы прошли. Рита сдала экзамен и победила. Она молодец? Я молодец! Ставьте лайки, кто вдруг не поставил. Да, и каникулы летние будут. Да, подписывайтесь на канал, кто не подписан, чтобы в эти каникулы не пропускать новые видосики. Всем пока-пока. Пока!